Так, еще важное сообщение пока по Тигелям. В общем, так получилось, что пока Тигели летели в Украину, партия их, они были проданы еще до попадания сюда. То есть сейчас у меня Тигель остался в Казахстан, то, что я обещал. Вот, ну, то, что там, Костя. Значит, я тебе расточу Тигель. Так я вот думаю, что тебе носик расточить? Или сам, или носик в Тигеле? То есть ты мне напиши там, или в комментариях, или в общем спишемся, в общем скажешь мне там, где тебе лучше расточить его. То есть типа Тигелям, значит, я отправляю сейчас их кроме Казахстана напрямую со Штатов. На следующая партия Тигелей придет где-то к концу недели вот этой, ну что будет. Носики, спирали. Так, носиков немножко осталось, спирали еще штук. Около 7, по-моему, есть запасных тенов. Значит, если кому-то надо там в Россию, какие-то страны СНГ, то, наверное, отправку буду делать Тигели со Штатов. Что, тены, спирали, надо по ситуации. Если не есть, то тоже будет одновременно идти. Значит, а нет, 4. У меня сейчас спирали есть. Тены запасных. Носик у меня, по-моему, последний кому-то даже подарил. В общем, такая ситуация, что пока дефицитный продукт на этой неделе. Тигель. Ну, в любом случае, как бы, если человеку надо, то я отправлю со Штатов. И там где-то даже на 5 баксов будет дешевле. Только там дешево будет подождать. Это, если так идет доставка скоростная где-то 1,5 недели, то если хотите, чтобы было чуть дешевле, то где-то 3 недели, 2,5-3 недели будет идти доставка. Всего, до следующего видео.